транспортировка сухого льда в городских условиях, приближенных к максимально опасным во время дождя. Травмоопасность сухого льда в том, что он расширяется со временем. То есть в обычный стандартный ТМ-8 контейнер можно свежего сухого льда запихнуть 6-7 килограммов. Ну, соответственно, из-за того, что он дышит, не герметически закрытый, взорваться он не может. И там нужно быстрое разложение, типа там вода, чтобы была в нем. Вот, даже если в бутылку положить сухой лед пластиковый, быстро ее закупорить с водой, то он начнет быстро испаряться, соответственно, давление разопрет бутылку, и она взорвется. Вот это вот самая травмоопасная вещь и детская игрушка времен СССР. Вот так вот выглядят гранулы сухого льда. Слово об объеме. 1 килограмм сухого льда по объему занимает 1,3 литра. Так что при заказе следует это учитывать.